включать экспоненты. Так, продолжаем. Минуточку. В общем, эмиглаустат, то, что мы же эмиглдуко, аналогтарды жүктөдүк ошол аналогтарды изилдеп и все, что вы считаете, что будет полезным для нашего сайта, сюда просто заходите, вот тут делаете call out, создав плюсик и базы тролля, или мо 6, 6 точка на базы сыңардағы, turn into call out деп тұрып, мяқа жазу өресіңер, да? Допустим, мяқа социальный эти деп қойын мен. Социалдық тармақтар болу. Социалдық тармақтары. Где мы можем, что мы можем включить? YouTube, да? YouTube, Instagram, Telegram-канал. YouTube, Instagram. TikTok под вопросом. Не, нет, именно Кузьминикин связанный. Instagram, потом что мы еще можем включить? Telegram есть, да? Да, Telegram. Telegram есть, и потом... YouTube, Instagram, Telegram. Все, и потом везде Notion немесен, Org немесен, кошпоёс. Везде рабочий Notion, да, а наш рабочий Notion это вот это. А Org башат деген. Org башат, здесь у нас полностью вся рабочая документация, здесь будет идти, но интернетке чыга турган башаттын страницасы, башат күздеми болот, там он, да, если у вас есть какие-то идеи, когда вы проанализируете все вот эти сайты, все можете на шилтемелер барни зилдеп чыккандан кийин, бир кандайдыр бир ой келсе, модерге просто заходите, call out деп туруп, ичине ойуңар жазып коюла, чтобы потом не забыть, да? И потом мы вместе просто сядем и эметебиз. Анан я хотела вам показать, эме деген type form деген эме бар, сайт. Оттуда мы можем интегрировать некоторые моменты. Допустим, сатты оп койдук, анан каунтаунды оп койдук башында, ошолордун баарын бияктан ала алсак болот да, но как раз оно подходящее, адаптированное эмеге, вебсайтка. Момдай да, момдай кылып. Азыр. Так, то наделось. Сюда зарегистрация Алшимерик. Да, наделась. Ладно, мон или густын. Сейчас. Модер динеле, мону, монте оригинал дого койсалар, бунун сайтын көрөсүңөр да. А, typeformes, эми identify деген, identify код деген бар экен. Я спутала, извиняюсь. Модерге виджетс. Деп. Такой сонор. У меня түрлі. Identify кого керек. Здесь у нас есть вот такие календарь ваш поисок плотнаки горнырбы. Потом мумдай погода на кош поисок плот. Мондай статус life progress бар деген деп коюшуларды коштук болот. Мы можем там мондай countdown деген жана башатка келип койдум го. До конца спринт ревью у нас осталось 4 дня, 22 часа деген сыяктуу муну countdown сыяктуу немен кирип койсок болот. Какой-то бир знаменательный мероприятие болот турган болсок, ошондой нерсени кирсек болот. Анан кийин вот это нам не надо. Вот такие часы можем включить. Часы на тюрлеруар. Можем цифровые часы включить. Можем там неоновые часы включить. И так далее. Еще плюс там есть очень много возможностей, где можно делать вот такие различные кнопки различного цвета. А потом... Кнопкаларды, слайдерлерды... видео загружать, фотографии загружать, еще түрлі нерселерді ошо Notion-ға адаптировать етсек болады, очень легко и очень просто.
Вот, смотрите. Вот такие кнопки мы можем создать. Ушу жерден эмени кнопкалардын адаптациясын кылсак болот. Вот мы можем здесь любую кнопку выбрать, цвет выбрать, допустим, зеленый цвет, ой, желтый цвет. Если хотим там мов эмени здесь поменять можем. Потом здесь можем поменять шрифты. Вот так. Ушу на сияқту кнопкаларды киргизсек болот. Здесь шрифт немелерин, түрлөрүн, раунд сделать можем кнопку саму. И так далее. Ну, здесь кастомизировать это легко. Просто мы берем нотра, берем фонду танда. Алшускрек, а нашел кастомизация кукосек плута. Кроме этих кнопок, мы еще можем создать вот такой слайдер, допустим. Вон до сих туда. Галерея была, да? Здесь, в общем, мы должны будем загрузить фотографии, несколько фотографий. У нас в итоге потом должно получиться вот такой слайдер был в прошлом году, да? Вот. Или там какие-нибудь там высказывания ларды украшать этой различный фон менеджер за косок. В общем, это все мы можем сделать. Пятницу или субботу утром час саплот. И плюс еще один момент я хотела еще сказать, что вот обычно, смотрите, мы когда заходим на сайт, везде, на барда, монте басак, допустим, да, отзывы. Вот этот навбар, он постоянно стоит вот так, да? Мы можем то же самое создать и на Notion. Самый элементарный пример. Біздің команданың сайтын көрсетіп беремін. Көптеріңер көрген бошыңыздар керек. Мұндай сияқты ссылка алып қойсақ болады, чтобы они... Вот, вот такие ссылки мы можем сделать. Это все мы можем сделать на Notion. И выпустить в интернет уже готовый не менее, да? Мы на сяхту слайдерлер для наш логотип включить можем, там потом какие-нибудь высказывания включить можем и так далее. Ну, примерно уж на сяхту сайт я зашу скрик, да? Что думаете? Классно. А коллеги? Давайте тогда с днем. Ага. Сакаладжа, может, каждый өзінше ноушынға жасап тұрып, бұл жаққа ссылкаларын жіберіп қойыз? Или ұшыл жаққа жасашыз керек пе? Желательно общий жазағаныз жақшы. Барды осы үйренесіз. А сіз именно какой әмені ноушынды жазайын дадыз? Башаттықын айтатам. Әргім өзінше ол свою идею или как? Да, свою идею. Вот смотрите, Елена, поэтому я же говорю, если у вас какая-то идея появилась, можете call out тептруэля, идея нардязы, пусть он говорит, над нардяз пола, допустим, кирищу все с тептрук, можете сайхал до пола, там, кызбурак, да? Все, бардын, бриджерден, идея ларн, бардын, бриджерден толтып, но шону мы просто будем украшать, да? Вот, просто башатта ношен на гересмер, и вот тут башат кузьдеми доттурат, самый первый. Шуға керіп тұру елі ана шул жерден жаза саңар болады. Если у вас есть какая-то нарисовка или наработка, и если вы сможете это все осуществить на ноушене, пожалуйста, создавайте. И потом мы просто в один день вместе сядем, и все это как бы красота уходит. Да? Это просто идея. Идея для разрушения. Это вступительное слово. Вступительное слово. Добро пожаловать на нашу страничку Башат Куздеми, или как, типа, приглашаем вас попутешествовать. Я кто кирищу скорее, да, будет речь. А вот тут уже в описании мы уже должны написать, что это за проект, чем он занимается, в рамках чего это все проходит, какие действия там, какие работы проводятся. А тут потом у нас видео было. Затем у нас потом отдел ДРДЛПС. Ну вот смотрите, Дерененкин или Айтутрат постоянно, что они уже готовы, веб-сайт у них есть. Вы заходили, Дерененкина? Не, я этот Ашар потом смотрела, как они структуру готовили, да, вот. Они это на мир уже все приготовили. Да.
кто с какого сайта, какое место с какого сайта ему понравилось. И вот это они сразу пишут и туда ссылку вставляют, да? И все, вот так они собирали. Нет, они вставляют туда скриншоты. А мы вот этот, весь этот процесс мы просто пропустим. Мы просто сразу у вас идея появилась. Заходите к Уздеми Башатка и сразу идея надо джаскла. Скриншот прикреплять, тип немет пилогла, да, мы потом это уже быстренько разберемся. Вот деревенький на нас, смотрите, это самый простой на ношение они сделали. Монумбардган они сделали на айдентифайде на Сергея Горшет Пёдмбу. Ой, деревенькие грели. Ну ладно. Ну, кнопка Лардена Горсет, мой, Узгорин, Кантес, Сала, Тошендай, Лилкош, Сокола, Беси. Ну, мы не будем повторяться, просто сделаем что-то другое, да? Но еще мы можем, знаете, сегодня, по-моему, Молдубат проходил воркшоп, Супер Содеген сайт. И здесь мы можем просто один шаблон выбрать. Но мне он не понравился. Мне как-то намного будет легче, проще нам самим, используя Notion, сделать, да? Потому что в основном интернет-то коп не мерен бардушу, да, шаблон менен тюзюгун, да? Мы можем вот тут, допустим, один шаблон выбрать, бесплатный шаблон. Вот элементарный, мол, это платный кен, это платный, но все бесплатный, походу. Ушел шаблон, мы можем перетянуть, вот дабл-кейт-теп тур, да? Ушел нелегзиден, мы просто можем переделать, да? Здесь уже готовый сайт, да? Можем этот вариант использовать, но мы можем и сами сделать это. Он не будет таким прям навороченным, да? Но он будет как бы и простой, и доступный. И есть, вот я говорю, мол башаттын, Башат деген неменен аналогтарын. Давайте сначала лендинг пейдж сделаем башатовский. Башатовский лендинг пейдж и на Notion. И плюс мы потом заодно можем еще Куздемини Notion дадес сапло. Вот смотрите, я задачу поставила здесь. Команданын эме, ой. Башат лендинг пейдж и Куздемини. Вот, Башат Notion, Куздеми Notion. Давайте вот эти части сначала сделаем, а вот Башат лендинг пейдж, Куздеми веб-пейдж, мы потом пойдем по стопам дизайн-синкинга. То есть анализ теп, чазап, мирордон, карточка на тюзюб, вот эти все этапы, процессы, которые надо по дизайн-синкингу пройти, мы можем сделать это вот тут. А для начала за эту неделю мы можем вот эти две задачи закрыть, спокойно лечь. И здесь я еще, в принципе, мы, смотрите, вы можете сюда заходить, мембяхта карта с тюзкойдым, да, тапшырма депч, аналогтар дизель депчугу, өзіс үчін там подходящий шаблонды подбирать эту дейінде сияқтанан, мөжерден вы можете свои идеи писать, и скриншоты жүктесіңір болот та шурда қач, а брок могу күздеми башат дегенге, здесь уже сразу идеи пишите. Если мы что-то не будем понимать, мы на месте будем вас спрашивать, почему вы так здесь написали, почему вы то сделали. Да? И просто в Шулдерделе можем автоматом быстренько сделать этот сайт. По сайту я доступна для Чиндрюпернби, Барм Старлат Чиндрюпернби. Этот сайт получил, что нам в Чиндрюпернби аналог Тартам Бардаган. Барду с карабчушу с гиректе? Да, для начала мы просматриваем лендинг пейдж структура сна, потому что башат таку у нас будет лендинг пейдж, а куздеминки там уже будет полностью веб-сайт многостраничный. Мо лендинг пейдж структура сна, знаете, что я хочу сделать? Ну, но страница на карабчухла бармар. Вот эти шильтемелерды. Сколько у нас здесь получается? Смотрите, 20 даже если мы просмотрим вот эти все, и ушел 20 тен хотя бы, он идея на тартапчиксах, мы уже сделаем готовый сайт на Notion, да?
Так, это по сайту. Теперь пойдемте дальше по другим карточкам. Бұны еш жүзінде болады. Башат лендинг пешті түшінікті болды, да? Оба. Так, этот вопрос мы решили. Там посмотрите. Байланышты да керексек болады. Кстати, телефонның иконкасын қойып. А, еще один момент. Давайте определимся с цветами. Кто у нас хорошо разбирается в цветах? Мен дизайнерский жағым жоқ. Кетір қосыңыр, мен бұл нерсе қатшалуем. Подбор цветов нам нужен здесь. Баяғы ле Каларханға керіп. И здесь надо определить цвета, из которых мы будем исходить для нашего лендинг-пейджа. Как думаете, какой цвет для нашего бизнес башатин джазуга, какой цвет подходящий? Голубой? Да, конечно. Просматривая вот эти аналоги сайта, там вот посмотрим тоже на их цвета, а потом, если выберем, у кого какой вариант будет, тоже напишем. А, все, давайте. Цвет, знаете, что я предлагаю модельге? А то... Research map дегенге кересіңер. И вот тут теме лендинг пейждің өзі, это значит то, что мы будем создавать. А лендинг пейждің аналогы деп, допустим, ол жерде цвет кесіңер тағы. Цвет деп жазып қойсыңар тағы. И здесь просто прикрепите, либо жана хекс кодын прикреплять еткіле, либо жанағы момдайғылы өле, Color Hunt-қа кіре өле. Ушын скриншот қыласыңар да, жем ноуын әлі копия қылып тұр өлі, мәңға керіп, мұндай вставлять етіп қолады, мұл жерге, чтобы мы уже могли знать. Как вам удобно? Как вам удобно будет? Либо скриншотом делать, либо просто вот этот код напишите, и все. И потом мы будем по этому выбирать. Я уж нәрләлі. Менде дабір предложение. Біземе атына заты жарашқан бұл баша ат дегенде, бұл бардық нерсенің башы дегенде, да? Ола. Бардық нерсенің башы, например, суының башы, бұлақтың башы, тодың түшкен, шында бір, базыр башында айтын арымдай, көгіш төңгөн, небесный бір ұшындай сеттерден ғылсақ, бұл предложен. Болот, ошаны біз анализдеп чығышымыз керек, ошаны анализдеп, анан... Яна research map деп код, карта исследований деп. Ошол жаққа жазып шығы өріңіздер, ойларыңыздарды. Мен почему мы иконканы голубой деп тандадым, вот именно исходя из того, что башат голубой, сулу источник, перво, сулу бұлақтың источник деп тұрп, ошо голубой цветте тандағам, да, менш. Ошын чын просто қырғыстың әлі арнаменттен, голубой цвет интернеттің қарап тұрылы, бәқа пока временно прикреплять этот ком, но уже когда у нас логотип будет, бюджерде мы будем применять наш логотип просто. А просто, чтобы визуально немножко красиво смотрелось, степ тролли, я запомнил, да, мамыч? А теперь нам нужно вот эту работу до конца проанализировать и до конца подобрать цвет для нашего веб-сайта. Хотя у нас, но дизайн-канал, да, ребята, скинули две, екі логотип жөнеттір, да, мен аз көрсетейін. Бяқа кирдіңіздерді кирген жоқсыздар бұл. Если кто видел, то здесь два этих, два логотипа. Вот это как бы означает булақтан, онда истоктор кетеді, ұшыл истоктор, анан кейін как бы в конце вливается в одну среду, в одну речку, дегенде, да? То есть получается мы, как начинающие программисты, у истоков начинаем, ақырындап, ақырындап, берчон, речка айланып, айтисфера, гиркетеус, деген маниде, да? А вот этот знак они как не объяснили, получается, но булак, а вот эти волны, это как бы Wi-Fi, символика, депч. И потом ошо икону совмещать этип, мы как бы башат болып, IT-сфера, айгер паратавс деген сөз, манин билдіретті, түшіндіп ешті, да, мағач? А сіздерге как вам нравится эти
логотипы. Если нравится, то мы попробуем Азаматага предложить эти логотипы. Если Азаматага его утвердит, мы возьмем их. Если нет, тогда мы просто обратно дизайн канала Джазаус объявляем набор, конкурс на логотип для канала Башат Тегенде Сияхтулаустанан уже күздемин ичинде дизайнерлердин ойлорун жолдабыз. Биринчиси больше подходит, наверное. Экинчиси радиого да окшош кетет экен. Да, абстракция сыяктуу бирдеке болот, но не все поймут. Вот этот не поймут, да? Түшүндүрүп айтсаң эле түшүндөсө идея жакшы эле өзүчү. А ты дизайнерлерге конкурс бергенде да мындай четкий неме технический задание берип, что мы ошо булактын башы башаты деген имейте в виду деп ошентип берсек болобу же жөн эле болот, без проблем. Это просто как вариант, биздин дизайнерлер чыгарып берди, да? А мы можем еще этот на бир неделя набор объявить, чтобы объявление бергенде мы должны давать таким образом, именно башат деген бул ар нерсенин башталыш нерселери дегендей сыяктуу объявление берип, ошого жараша задание для вас, ошо менен ассоциация болгон бир логотип түзүп берсеңер деген бир чакырык кылып койсок болот да. Ал деген уже SMM команданын баш проблемасы болсун деп коеюн. Кечиресиңер. Менде дагы эки логотип бар да, ошону дагы көрүп көрсөңөр болот. А, сиз кайка жүктөрүңүз эле? Ии, жүктөп коюңуз азыр. Жүктөйлөк. Вот смотрите, вот тут плюс я вам создам. Сейчас подождите. Билесизби жүктөгөндү? Жок, мен көрсөтүп коюңуздар. Мынакей модульге плюс ту базастагы ана модульден слэш img десеңиз. img демейли слэш болбосо дагы просто вот тут плюс ту басып ылды жылдырсаңыз модульде image деген бар да, ошол жерден басып upload choose an image деп туруп компьютериңизден жүктөп койсоңуз. Мен просто ушул эки эле сүрөттү таптым эмеден, дизайнерлерден. А сиздикин азыр көрүп как раз обсуждение кылып коёлу. Так, по логотипу ушундай маселе. Азыр анда эже жүктөсүн, неметип көрөбүз. Так, күздеми веб-пейдж боюнча то же самое, если у вас будет время, проанализируйте все ссылки, которые были загружены на вот эту страничку. Пяхта у нас 14 ссылок есть. Она полный анализ клаус, да, хорошо? Ну, пока турюрсин. А, миру ачу, был мен проблема. Я забыла, сейчас я запишу себе. Все, еще есть какие-нибудь вопросы для создания карточки? YouTube канал Слерге Бртеке Герекпи? Карточка Тузыш Герекпи? YouTube канал Дангим Барбизде? Эльмира? А Молдогазы бар экен, эй. Бизге билбейм, карточка эле кереги жок дейм. Пока кереги жок, а? Мен айтайын деп отком. Жана обложкалардычы. Ии, хорошо, отобуз. Ошо бир спринтке бир эле обложка болсо, анан калганында өзгөртүп турсак, же бир эле стиль, же сиз айткандай себептен өзгөртүп турсак. Мынакей азыр мен бардыгы как раз чогуу кирейин, мен көрсөтүп берейин. Мен бир эме бар да мындай, эгер эмеге кирсеңер YouTube-да, допустим, изи код деген бар. Жана көрүп чыктым. Изи код. Ошолордун немеси вот прям визуально хорошо эметилет да, көрүнөт. Баарын бирдей элеген, просто светине алмаштырып. Ии, ошо ар бир спринтке мы можем поменять это тоже. Изи коддун мисалы, вот он сайт. Вот смотрите, JavaScript боюнча у них вот такой шаблон. Этот шаблон у них по верстке идет. Этот шаблон у них по CSS, HTML идет. Этот шаблон у них по юнит-тестированию дангерет. Та уж на сях тулсаку деген, да, потому что биздики күздеминики. Если посмотреть, смотрите.
Но плейлистерге келгенде у нас, а жок, уже нормально болуп калыптыр. Нормально. А, ну, до вас, вот я хотела предложить, ну, каналы создадим, может быть, ушел джакали дюктет трубелю, ты проект лердич, или плейлист термина калтрану с лёнгу. Пайзл проекты? Вот с проекту латпай бізде, чөйрі лутат, меджардам, деп. Лучше канал вон джашығы, башаламан болу. И ушел плейлисте баштар немет кетпейм, канал түзіп қосок болот, мисалыцы. Одежда у нас канал, да, имей бар. Джерененің каналы бар, ошоның әлі сылтасын жүктеп, логотипын жүктеп, өстерін күн ұшаға жүктеп қойша көп, да? Ушыл моментте продумайте, как можно нам более оптимально это интегрировать, да? А так все хорошо, плей, пока. Джерененің запистерін жүктеп, ал өздерінің каналына жүктеп, просто өзбудяқа каналын ұшып олды. Жоқ, пока күздемей, еме, жоқ, азымда. Жерененің бияқта емесі түзілген на плейлисте, че? Оған ортасында түз. Сейчас, сейчас. Ким сөйлеп отыр, мой жерде. Диана. И. Күздемей, жерененің бияқта жүр. Плейлисте. Получается, Меджардам, Устат, Чөрі, Спринт Ревью, Башат. Жерененгі жоқ кенда бяқта. Жерененгі мен жаңы плейлист қызды ойты еткен, бір ол құстой болған үшін ұлдаға чықпы етін шеттен ба? Тіл жақты орды ме? Сейчас посмотрим. И ваше видео... Меджардам, еркиниш, еркиниш. Контентте тұрады, плейлистте. Сол жақта сайт бар да. Плейлистте. Меджардам, еркиниш, спринт 2. А, жерене пустой, да? А, жерене пустой екен. Знаете, что, молдавазы, я предлагаю вот как сделать. То, что дейли митинг болғанда, ошонун... Шаблонын ұшында әлі ғылырғыле да, бұл оны фонын өзгіртіп қойла. Дейли митинг деген, как бы, разделение болсын да. То, что спринт ревью болот, ошо спринт ревьюнон, ұшында әлі шаблонды қолдыңғыла да, бұл оны фонын өзгіртіп қойла. И там будет видно, да, что этот плейлист именно по спринт ревью бойынша, этот плейлист по дейли митинг бойынша. А то, что по долбор менен кеткен, ушыл әлі шаблонды қолдан өрілі да, бұл оны әмесін әрбір долбордың арты болшы керек, әрбір долбордың логотипі қошып тұрш керек, да? Мое предложение ұшындай. Анан, как решите, YouTube канал менен, YouTube команда менен өзің өрсөш көрілі, да? Потому что сейчас, через 10 минут заканчивается, напомните мне за 7 минут, хорошо? Азыр кетті 10-10 минутасы. Общий видеолорды құн, өзімше бір сегрегациялық қойсоқ. А ты долборлорды күн болған ұшыл әлі моғыл әлі шаблон кеттерсін, болғаны аты, долбордың аты и долбордың логотип болсын. А то, что ағайменен өзінші болатқан, и общий встреча болатқан, анықын кішіне шаблон өзгірт көсім өрдеген сұнышта мендеч. Хорошо, еме? Молдағасын? Елмиреде жүктедіңіз бі? Әрбір немеге болуы ғылы ұшын, да? Алмаштырып тұрсап деген. Де ошында ұғыла әлі, де спринттер, әрбір спринтті өзгөртіп тұр әлі. Ошының қарып шығыла. А, все. Здесь орел. Орел, деп қойдым оны, да. Как вы думаете, қайсынсын немесе болу? В принципе, тоже хорошо. Елмиреде, қанша логотипіңіз бар ле? Что думаете, ребята?
Жашли логотип полтора, брок не только у меня, у всех ли Кыргыздарда, да? Башат дегенде сразу в голове ассоциация ушел булак, шундай бир ассоциация болот та. Ошол эмеден чыкпай эле жасабай эле. Хорошо. Азыр могулардын баарын эметип растап коеюн. Этот логотип хороший, но он для другого проекта жакшы болсо керек деп ойлоп атам да. Так, почему залезет? Это мы здесь должны... ТНТ онлайн, YouTube канал на Гирб Корсюн, как у них там, брок, каша, да? Если тебе что-то надо, надо искать, барн или, ну, или загрузка лыршит. Уж он чин, каша у вас чин, да, бир, аккуратный, уж чин, азыр, когда канал дарды бөліп, койсок жақшы көжеп, просмотр көйсінде бар берін керіп, көріп шықсынде барын чачырат салсақ, қанды болып білбейм. Башын айланат, бағанында проекттер көп қол ТНТ-нің. Хорошо. Да, уж YouTube-ты карап көргілен еметек. Не, ужасно неудобно, да, уж ТНТ онлайн-ды анча, мынча развлекательный көп карап керіп көрім, да, ана что-то искать, тегілердің арасынан, че мне удобно плейлистке кіріп, че каналына кіріп, қайсы там по проектам іздеген оңырақ біле, как пользователю. Да, еще вот Сайхалай жазбашын айтып кетті, я тоже так думаю. Основной башаттықын вот этот имеген спринт бір, спринт екен видеоларын действительно жына шаблонды башқа экранда түсін өзгертіп қойсоқ, берке проекттерден сырқарды, а бұл проекттер бір түсті кетсе жақшы болу деймін да? Да, еме. Тура-тура. Да, баш, көзгі көрінікті болып қалады, сразу кергенде визуализироваться этот этап, бұл спринт бір екен, бұл спринт екен, а қалғандары все этапы, проекты. Депші? Да, можно. Предлагать еще какие идеи да, есть? Да, там много чего не надо менять, просто этот фон поменять. Чтобы разделение, визуальное разделение было для всех. Да. На Енгерейден логотип 3. И плюс два логотипа. Буну Шайргул Имарова Тюсперген. Ошол жөнөткөн бека. Башат деген сөздүн эми шрифт эмес, түсүн өзгөртүш керек пе? Кара менен көк такыр келишпей калды да? Давайте тогда, знаете, мы этот оставим. Мен бул немени, шилтемени, логотиптерин эметип туруп, агайдыга жөнөтүп көрөйүн карточкага. И здесь агайды попросим, чтобы он посмотрел, где у нас карточка по логотипам. Трейлерга доступ бар да бизге свободный ли? О, кирип эле монтуп эле добавить карточку. Деп. Башаттын. Здесь дегенде кантип? Трейлер.com'де анын башат түзүнөбү. Кыз бурак мен сизге берип коёмун. Приглашение жөнөтөм, ошол менен киресиз. Макул. Токтокунов агай. Агай, логотиптерди карап, оюңузду. Сайкалайча ю жазылат. Оюңузду, э? И кратко уберите, пожалуйста. Извиняюсь. Оюңузду. Оюңузду. Билдирип коесузбу дейби? Аю, аю, ошондо юдан кийин у жазылабы, да? Аю. Анда түшүнбөсөң жазылбайт. Оюңузду. Биз кыргыздар көбүнчө өттөшкөн тамгалардан адашабыз да. Билдирип. Бирок оюңузду калтырып коюңузчу десе. Все, правильно? Нам это супер важно, да, потому что сейчас. Биз үчүн өтө маанилүү деп коюна, э?
Койосус бой, ушинадай, ю там масса джазла или ю джазлава, койосус бой. Везде ханчан чужилы кыргызстылинде бир реформа болуп, ошо юнун ордуна краткий именен уну жаза турган. Эт, калдер, тура жаздыңыз оюңузду. Оюңузду тура эле жазып атат, ты юн койбогон азыр. А, и краткий менен жазылып атабы. Негизи ой деген сөз и крат менен и кратки менен жазылабы? Жок, андай эмес. Орфографически это турамес юны жазасыз, сайкалайчы. Койосуз бу дегенде юны жазасыз. Койосуз, кой. И краткидин орна ё. А. Койосуз бу деп, э? Да, да, вот так. Получается, ой. Не, бул орусча болуп кетет го. Ойнуңузду деген сөз мындай игра. Оюн это игра деген сөз да, а ой деген это мысль деген сөз. Краткий именно эле жазылат кыздар. Ойуңузду деп. Ошо ойуңузду калтырып кой. Койосуз бу, э? Туурабы? Рок, это слагается же все-таки. Ребята, у нас две минуты осталось. Давайте определимся. Не будем спорить. Давайте. А нам давно не дать спорить. Безучно это манили депи? Безучно это манили. Сезон ойму с безучно это манили. Сезон ойму с безучно манилю. Деп туруп карап бериңиз. Окей. Так, бүттү. Давайте ушу менен встречасты бүтүрөбүз. Сакал берүүнү калтырды. Так, каядан калтырды? Манилүү болчу. Сейчас. Манилүү. Манилүү, э? Мен ушундайым бар, так что извиняйте. Азамат, мектепти давно-давно заканчивали. Да, участникитен Азамат Токтокуновту кошуп коеюн. И здесь у нас идет спринт один метка. Жолугайлы дагы бир встреча алайлы. Бүтүрүп коелу, бир 10 мүнөттүк встреча алып коелу до конца, э? Азыр өчөт. И полностью все вопросы обсудим, и потом пойдем работать. Все, мен өчүрөйүн, өчүрөйүн, э? Еще одна встреча, и кончим. Сейчас я чат посмотрю, что у нас в чате есть. Please help Teppi. Oh, please help Teppi.